Региональный мат-капитал на первенца уже получили 1600 молодых семей Тюменской области. Общая сумма почти 250 миллионов рублей. Больше всего получатели проживают в областной столице 990 семей, в Тюменском районе 120 и в Тобольске 113 семей. Напомним, такая мера соцподдержки введена в Тюменской области по поручению Александра Мура с 1 января 2020 года. Региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей выплачивается на рождение или усыновленного первого ребенка, который появился на свет с 1 января текущего года. Семья должна проживать в регионе не менее 5 лет. При этом, если родители студенты, то на дату рождения первого ребенка отцу и матери необходимо жить и обучаться по очной форме в Тюменской области.